Ване день рождения завтра, поэтому мы пошли, устроили праздник и устроили они шопинг. Вот, ходит, дорвалась называется, ходит, выбирает себе что-нибудь. Ну, где мы находимся? Ой, мы находимся в Аутлете, который напротив Аланиума, почти напротив, да? Рядышком, я не помню название этого Аутлета, здесь очень много маленьких, очень много и спортивных тоже. Вот как называется Аутлет, Нева Аутлет. Там практически российский. Что? В Аланиум идем. Чтобы пройти в магазин, в торговый центр, нужно вот показать кэш. Вот, да. Там фудкорт, наверное. Да? Как в Китае там. Здесь много мужских отделов. Рубашки, костюмы. Можно все себе подобрать. Цены очень неплохие, низкие, потому что в основном производители местные. В основном, но есть и импортные бренды. Знаменитый турецкий производитель, но нас не впечатлило качество вещей и выбор. Поэтому идем дальше. Здесь есть Levi, вон подальше. Давай зайдем, посмотрим. Конечно. Levi. Женский магазин, который все хвалят, как говорит Аня. Да? Бенчи. Check the mic and make sure it sound right, boys. Расскажи об этом магазине. Ну вот ты можешь показать все эти бренды, которые тут продаются. Adidas, Nike, Puma, Skechers, Dior, Lancome, Versace, Calvin Klein, Levi's. Очень много. И это, кстати, еще не все. А так три возвращают. It sound right, boys. Большой магазин. Fortif называется. Бренды Nike, Adidas. Тут я просто тут нашел Nike Pegasus. Nike Pegasus 36 Trail. Правда, сейчас в этом году 37 вышли. В 20 году 37 вышли. Цена здесь 919 лир, то есть, ну, также 9000 рублей. Так же, как у нас примерно на Ламоде. Цены такие. Последняя модель 2020 года Nike Pegasus 37. Здесь новая пена, используется крутая React.
цена у них 1179 лир. В общем, 11 тысяч рублей. Ань, ЛВ обувь. По 100 лир примерно, около того. Этот батон 200 лир. Мы переместились в другой магазин, отдельно стоящий, монобрендовый. Я выбираю да? Пижамы. Де-факто магазин. Аня выбирает пижамки. На первом этаже здесь все. Все такие женская. Пижамы с брюками и кофтами до 1000 рублей. Угу. До 1000 рублей, тем более со скидками. 700-800 рублей комплект. Да, примерно. Качество, ну, такое нормальное, среднее. Не топ, но и не флаг. Такой нормальный. Цены, самое главное, очень низкие. Покажу вам немного музыкальных. Полный магазин де-факто. Sound right, boy.